И снова всем здравствуйте. Отвалилась антапка на стволе моего ружья. Сейчас буду пробовать ее залудить. Также будет делаться то же самое на стволе. Ну, не знаю, что получится. Я ее тут маленько уже отшлифовал. Сейчас я ее спиртиком протру. Еще вот так вот спиртиком, вот так. Вот так вот. О, пусть пропитывает спиртом. Сейчас я. Ну, думаю, ништяк будет. Вот подставочку. Так, теперь у меня есть еще кислота паяльная, обыкновенная, древняя. Я сейчас еще капну. Ух ты, ё-моё. Сейчас мы ее тут растянем. Канифоли. Канифоль у меня вот такая вот есть. Со спиртом разбавленная. Сейчас мы что-то капнем. Вот так. И понеслась душа в рай. Паяльник 60 ватт. Олово еще Советского Союза. Даже помню, где брал, у папи в гараже. Так вот эту надо нагреть, и романтику не мешало. Давай погреем ее сначала. Так. Я же говорю, у меня паяльщик такой, лудильщик. Ничего не получается. Но будем делать, посмотреть, поди и получится. Вот так вот. О, начинается. Чем бы. Сейчас придется пассатижи взять. Мне кажется, отлично получилось. Прям по-монтановски. Ну, я так думаю. О! Так, где у нас спирт? Вот спирт. Так, спиртиком сейчас накормим. Так, сейчас кислятина еще. Сейчас еще кислятина чуть-чуть. Так, на ногу бы не капнуть куда-нибудь. Ну-ка, вот так сейчас. Вот сюда вот так. Опачки, о, сейчас протравим мы эту канитель всю, вот так вот, о, как хорошо-то, Федя. Ну что, приступаем, сейчас пусть маленечко еще подстынет, а знак качества, сейчас покажу вам знак качества. Тихо, не падай. Вот если видно. СССР.
отканифолим, капочку сюда, капельку, капельку другую. Ну, давай. О, потекло. Сейчас растащим. Ничего страшного. Канифолика. О, она уже лудится у меня здесь сама по себе. Ну, лишнее выкатится, я думаю. Все. Так. Ладно. Пока ничего не буду делать. Вот так вот надо теперь ее поставить примерно вот так и нагреть, и придержать. Так вот, броски прижать и все. Вроде так говорят люди добрые. Я ж посмотрел немного. Люди вот так вот нагревали. Ну, что, пробуем. Так, сейчас. Вот это, наверное, отключить. Все надо убрать. Понеслась. Ну что, ребят, демократы? Ой, со ствола пошел дым. Я думаю, мы тут косяков никаких не наделали. Нет, горяченько еще. Сантиметра 3 отсклеиваем детали, начинает тепло, тепло, тепло. Ну и все, наверное. Все, пусть постоит чуть-чуть. Капельки все уберу. Лишние, которые воронилку сейчас притащу. Воронилка у меня вот такая вот. Я ей пистолет воронил. Так, мама. Вот так примерно получилось. Но я не старался сильно-то его. Ну, примерно как-то вот так вот. Такое вот воронение получилось. Здесь не воронил. Под руку, которую вообще не трогал. Я так попробовал и замазал просто косяки более-менее такие сильно видимые. Вот здесь вот тоже уже отошло все от этой воронилки. Вон она.
Все было черное. Ну ладно, что, попробуем сейчас здесь. Так. Сейчас спиртиком мы его напоим. Ну-ка, иди сюда. Ко мне, мой белый хлеб. Лишнее все ототрем. Ну-ка, грязюки-то сколько. Чё он? Это ружье что только не видела. Оно и в люльке ездило. И во всяких УАЗиках. И в Уралах. И в 66-х. А больше всего оно проехало на мне. И на коне. Пока молодой был. Все горы объехали. Все, конечно, не объедешь, но сколько рядом было, все обкатали. В восточном Казахстане, в городе Зыряновск. Отцепляется вся кобяка. Ну что, пробуем сейчас поворонить его. Подкинуть. Импровизированная такая подстилочка. Газ пошел отсюда. Ты мне больше не нужен. Спирт пока тоже не нужен. Ну давай. Вот так. А, эти отодрать. Лишние все. Капельки в сторонку их. Не хочет. А если не хочет, что надо делать? Сделать так, чтобы захотела. Кривовато, по-моему, малость. Да, чуть-чуть криво присобачь. А в принципе ничего не криво. Ну-ка скажите, господа, криво, не криво? Ага. Вот тут как раз это не канает. Нам что, стрелять с него, что ли? Конечно, стрелять. Но это, на пальбу никак не влияет. Что-то грязи много. Придется еще раз промазать. Ну-ка, иди сюда. Спиртулет. Давай еще. Так. Я же его когда купил, я же его еще залакировал сверху. Лаком покрыл. Поэтому оно еще это за счет лака продержалось столько времени. Тут какая-то хиромантия уже где-то ударил. Ну а что? Я же говорю, оно где только не было.
вижу еще косяки маленько там. Вон они торчат. Вот тут вот. Все, есть. Да и пусть сидят они там. О, больше, лучше держаться будет. Так. О, все, можно на косово идти. Тапочку тоже надо. Ну что, пробуем? Сейчас мы его. Где у нас это? Кисточку брать не буду никакую. Тампон, вот этот, и понеслась душа в рай. Перебультыхаю, на всякий пожарный. О, посмотрим, что получится. Самые такие, которые места. Вот так. Вот так вот. Раз сразу за раз. Вот так вот хоба. То здесь хобана. Вот так вот. Туда мотнем. Сюда мотнем. И поехали. Ну что, ребята, получается? Я думаю, да. Не надо париться. Что будет, то будет. Хуже все равно не будет. Ну, вот тут маленечко еще. Вот эти вот сильно прям их видно. Такие блестящие. О, грязи сколько. О. Что, другой стороной теперь? Пойди. Так, раз. Поехали дальше. Где цевьё, вот здесь сильно прям это. Так промажу на два раза, поди. Вот тут где цевьё. О, грязюки сколько пошло. Она сразу он чернеет. Вот тут надо помазать. Вот тут надо помазать. Вот тут надо рыжая, ржавчина пошла. Ну, это так и должно быть. Потом мы его маслицем нейтральным. Или что-то у меня есть. Эта херня. О. Ну что, прошли почти. Ну-ка, иди сюда еще на раз. Так вот. И здесь еще на раз. Давайте вот этот ствол дамажем уж. Оу!
Ушел. О, сейчас это смажем. Антапочку сейчас. Прям я ее сейчас хорошо залью здесь так вот. Вот так. Вот так. Если олово не зацепит, не замажет, я краской автомобильной замажу. Есть краска черная автомобильная. Так. Ну-ка, переворачивайся. Так. Старый добрый мултык. О, беленькая. Видно он. Как тут это. Давай здесь смажем хорошенько, прям обильно так возьмем. Здесь тоже цевьё. Вышаркало все. Нормально все будет, я думаю. Тихо. Стоять, Казбек. Вот тут давай сейчас. Самый-самый смак. Это когда его в чехол толкаешь. Тоже все пооблазило. Вот так вот. Он как бы Истиня как-то синь какую-то дает. Ну, я думаю, порядок хватит. Что нам стоит дом построить и ружье замазать? Вот тут еще пройдем, и тут пройдем еще маленько. Так, косяки чуть-чуть замазать, говорю так, для отвода глаз. Ржавая стала. Так, следующую. Поди хватит. А нет, еще вот здесь. А здесь это надо вытирать все. Ржавчина кругом. Если видно, вот ржа. И она уйдет. Ее же потом потерять надо будет. О, грязи сколь. Не судите строго. Судите, да не судимы будете. Это моя балалайка, как хочу, так и играю на ней. Хочу мажу, хочу не мажу. Все, хватит. Маслом протру сейчас. Где-то оно у меня здесь болтается. Вон ржавчина повылазила. Можно еще, конечно, на раз пройти. Ну зачем? Все,
Мне больше ничего не надо. Мне его не на выставку показывать. Оно для меня лежит, не для кого больше. Ну, еще для тех, кто там в лесу прыгает на четырех ногах или летает. Так что как-то так. Меня все устраивает. Ну все, потрещали маленько с вами, со всеми. На этом закругляемся. Всем пока. Как уж получилось. Так, еще нюансичек небольшой. Сейчас вот этим маслицем баллистом называется. Я его протру и восеничусь. Вот так. На тампончик. И вот так вот раз. Фух, как оно пахнет. Косметика какой-то. Так что, ребята, демократы, засекайте, что получилось. А? Ну и что скажете? Переворачиваем. Так. Тут протираем все сейчас. Ну, там вижу, ржавчина вылезла. Так, так. Так, так. Ну и как? Бастеньки. Теперь точно всем пока. Антапочку. Всем здоровья. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья.